Вот здесь был плод, а здесь нет. Угу. И мы сейчас оцениваем полностью растение до 20 узла включительно на основном стебле, на боковом, как завязывает. Оценим завязываемость. В этой теплице несколько линий подопытных. Длинноплодные, короткоплодные, мелко- и крупнобугорчатые. Лучшие из них будут выращивать в весенних пленочных парниках и в открытом грунте. Важна выносливость к перепадам температур, устойчивость к корневым гнилям, устойчивость к настоящей мучнистой росе, к ложной мучнистой росе. Ну и, наверное, не столь важна вот выносливость к пониженной освещенности по сравнению с зимними теплицами. Зимние огурчики отличаются максимальной теневыносливостью, а значит, хорошо плодоносят даже при коротком световом дне. Выведены специально для посадки в отапливаемых теплицах. Сажают их в два оборота. Первый в январе, второй в мае. Кстати, здешние огурцы разметают с прилавков моментально. Зоя говорит, что в день легко продает 5-6 ящиков. Берут и малосолить, и на летние салаты. Наши покупатели специально за этими огурцами идут. Очень вкусные огурцы, хрустящие такие, свежие. А в этой теплице растут не только огурцы. Здесь и томаты, и перцы. Все полученные из них семена позже расфасуют и тоже продадут. В лаборатории посленовых культур Федерального научного центра овощеводства проводится колоссальная селекционная работа. Здесь происходит самое чудесное – скрещивание, размножение, выведение новых сортов и гибридов. С каждым годом методика совершенствуется. Вкусовые качества, аромат – то, что они могут расти и в открытом грунте. Есть сорта, которые произрастают в открытом грунте в нашем регионе. То есть вызревают и вкусовые качества хорошие, и плоды крупные, толстостенные. Хозяйки оценят. Из таких перчиков и рагу получится знатное, и консервы, и при фаршировке они не развалятся. Август – самое щедрое время. Запасайтесь на зиму витаминами и будьте здоровы. Елена Морозова, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».